Первая поклевка. Значит, простояли на точке 40 минут, ни одной поклевки. Глубина у нас была 160. Перешли на 120 метров, опять же, на нашу точку. И вот одна поклевка, минут через 10, наверное. Я не знаю, что за рыба, честно говорю. Но посмотрим. Так, ну, Сан Димыч я зацепил. Хорошая прищилка. Чуть борт крючком не воткнул. А может и воткнул. Нет. Вот. Ну что, первая рыбка зачет. Килограмма полтора. Если такая клевать будет, то было бы и неплохо.